Как тут дела? Смотрим с бачком. Видим, что он пустой. И доливаем его. Так. Закрываем. Так, вот мы видим, мы долили туда, и оно здесь началось потихонечку капать, поэтому я чуть-чуть прикрою, пока мы будем колодки ставить. И поставив колодки, там уже будет все ясно. Так, сейчас шу по колодкам. Сейчас они разошлись, как море корабли. Значит, вот эта штука. Ой, здесь все сломалось. Ножок упал вниз. Здесь все надо поставить. Так и должно у нас стоять. Вот эта штука должна быть вот здесь. Вот так. Лужок. Нужно смотреть вверх. Примерно вот так. И заведем за самонатягивающий механизм. Вот, короче говоря, я еще туда заведу. Теперь вот эта штука. Значит, она должна. Она входит вот сюда вот в колодку и идет туда. Сейчас я возьму отвертку, и она цепляется вот за вот этот вот пресс вместе, и флажочек мы сначала его выставляем. Жалко, не могу я вам это показать. Ну, камера, к сожалению. Либо в руках, либо вот там оператора нет. Уже придется мне чуть помудохаться. История с флажком. Так.
Да, ребята, ну, мудрятня, конечно. Наверное, сынок у меня вот этот вот. Вот так. Вот раз. По-другому у меня просто не получится. Есть механизм флажок на месте. И осталось только его приделать. Он цепляется у нас откуда и как. Он занят, да, что херня какая-то. Ну, этот флажок очень нужная вещь, оказывается. Я тоже не понимал, зачем. Оказывается, с помощью... Ага, блядь, опять оно разошлось. Это механизм самонатяжки. Эти. Так, все опять у меня развалилась. Так, это пока в сторону. Так, флажок есть. Еще водочка. Он падает, блядь. Постоянно. Есть. Флажочек есть. Так, эта штука там есть. Оп. Вот, вроде бы как вот так.
Есть, а теперь сам флажочек. Надо начать. Сначала его сзади в дырочку, походу по-другому и никак. Вот эту пружину. А теперь, ребята, на одно, скажу, что зимой этим заниматься это просто жопа. Да ёпта, блядь. Ну всё, нахуй. Куда там, блядь? Его не видно теперь. Это я в гараже, блядь, сижу. А здесь даже металл. Вот он только сколько времени прошло, только начал оттаивать. Так, ну я ее увидел, это уже наполовину успех. Теперь надо достать. Пинцет. Точно. Пинцетом надо, или куда, блядь, проволочкой. Ух, ебля, а. Достал.
так я ее точно не заведу. Надо сверху, блин. Вот так сверху ее зацепил. Так, сверху ее цепляем как бы изнутри. И вот тогда она получается вровень. Ну, она направлена именно на эту дырочку в колодке. И вот она зашла. Раз, здесь натяжение пошло. Все, проверяем на работоспособность. Механизма все работает, самонатяжитель крутится. Это еще не все, еще нас ждет прокачка тормозов. Я это буду делать один. Сейчас нажимаем на скорость, пока он станет голым. Три раза качнули, идем сюда, здесь чего-то, по-моему, брызгало. Снимаем защитник. Курёха есть у тебя? А? Курёх. Купил, да, для тебя. Молодец, давай. Все сделал? Почти. Короче, нету манжет на рынке. Пришлось купить новый цилиндр. Ну, и на рынке как-то странно, знаешь, 400-350 рублей. Вот, я заехал рядом в магазин. На. И купил. Посмотрел у них на сайте, короче. У них на сайте 340, но я взял за 300. Ну, они отдали. Хорошо, что ты, кстати, пришел, что можешь мне прокачать тормоз. Двери надо закрыть, надо поближе, что очень холодно. В гараже очень холодно, а так вообще тут закрывать. Не, вот затесел такая. Вот. Так, лист сюда? Да. Ты просто будешь нажимать, я тебе скажу туда. Что, сесть прям можно? А? Сесть прям можно? Ну, не, садиться не стоит, наверное. Знаешь, что мне еще надо сделать? Дим, а? Я отпустил. Возьми, перекинь вот этот вот. Вот на себя его прям тащи. Кого? Вот, видишь, провод.
И туда мне его дать. Вот сюда. Сейчас. Не, не отсюда, вот отсюда подай. Сбоку? Ну да. Между колёсами так вот. Сейчас я его вытащу. Что там такое? Так, давай, нажимай. Тугой? Нет, нормально. Нажимай, нажимай. Тугой стал? Потуже, да. Он вот сейчас тугой. Нажимай. Стой. Тугой? Ну такой, средний. Давай еще тогда нажимай. Так, что, тугой? Нет. Мягкий? Вот сейчас тугой. Все, не нажимай. Так, давай-ка еще вот эти прокачаем. Все серии. Это неправильно, конечно. Давай по правильному сейчас. По правильному их крест-накрест надо прокачать. Тугой прям такой, до камеры. Нет, не такой. Не очень. Но тугой. Не очень камера, да? Да. Здесь надо это на 10. А, вот у тебя в дверях там такая есть. Ключ такой, звездочка на 10. И брус у меня на 13. Подарок. Нашел? Белый. Здесь накидно надеть. Вот, вот. Да. Вот он, да. Так, давай качаем. Сейчас он другого. Здесь грязно.
Давай. Дубовый, да? Да. Хорошо. Так. Есть и последний. Чтобы уже все покачать, чтобы уже не было соблазна. Мягкий. Ну такой. Вот сейчас дубеет. И вот здесь жижа такая вытекает. Качай, качай, качай. Все. Качай. Дубовый? Нет. Вот сейчас задубел. Все, хорошо. Так, и вернемся сейчас еще на это. Давай, качай. Прям дубовый-дубовый, да он? Ну сейчас нет. Нет? Нет. Странно, блин. Не дубовый? Ну прям вот совсем не дубовый, тупой. Вот сейчас нормально. А на сколько он проваливает? На сантиметров 5. Нажимай. Вот сейчас тупой. Сейчас слабый, да, стал? Ага. Давай, нажимай, нажимай. Вот так. Вот тупой. Ну все. Я думаю, что больше ничего не получится. Так, знаешь, что еще? Не убегаешь туда. Не убегай туда. Тусани там пока, сейчас я. Так, а где этот ключ был? Тормоза-то прокачали. Блядь, где ключ? А, вот он. Знаешь, что поделать? Можешь, ну там, если тебе удобно, ручник поднимай. Можешь обойти с этой стороны. Поднимаю? Да. А ну еще раз опусти и подними. Нихуя. Но он не работал тут. Ну бля, я вот думал, где. Ну трос. Ну трос, да. А трос идет в барабаны. Наверное, у тебя вопроса даже нет. Нет, трос-то есть. Потому что он легко поднимается. А ну на тормоз нажми. С ручником? Да без разницы. Ну, да. Сильнее.
Нифига. А что мне должно? Ну, нажимай. Не нажимается? Нажимай. О, пошел, все, работает. Все, отпускай. Так, это есть. Значит, теперь ты говоришь трос, да? Сейчас, подожди. Не уходи оттуда. Где-то вот здесь. Я понимаю, у нас руки, блядь, просто. Находится. Где-то в салоне, блядь.